рассада астильбы феникса Дема и Денес Феникс хорошо подходит для украшения краев водоема и заполнения теневых участков сада. Компактный многолетник с очень ажурными, раскидистыми, пушистыми ярко-розовыми соцветиями. В высоту достигает до 35 см. Листва очень темная, зеленая, блестящая и сильно ажурная, невысокая. Цветение наступает в июле-августе. Цветочки мелкие, окрашены в ярко-розовый цвет. Рассада астильбы феникса Дема лучше всего смотрится на переднем крае сборных цветников либо в одиночных посадках. Астильба простая и Денес Феникс — это травянистые высотой 30-40 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка розовая. Весной листва по цвету темно-зеленая, летом листва темно-зеленая, осенью листва темно-зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.